встречается 17 видов полыни. Полынь лимонная специально выведена в Никитском ботаническом саду. Ее выращивают на землях эфиромасличных совхозов. Масло полыни использовала еще царица Клеопатра для получения туалетной воды. Сок полыни применяют при инсульте, помогает не пьянеть и повышает остроту слуха. На Руси полынью окуривали избы во время эпидемии чумы и холеры. Траву полыни стелили на пол для отпугивания насекомых. Эфирное масло полыни лимонной применяют при ингаляциях и полосканиях.